Здравствуйте! Итак, октябрь 1994 года. Предприятия как могут, так и выкарабкиваются из кризисных ситуаций. Зарплату людям платить нечем, рассчитываются собственным товаром, который производят. Или же свой товар обменивают на других предприятиях. На другой товар, тот товар меняет еще на какой-то товар, и потом с людьми как-то рассчитывается. Помню, когда едешь на поезде в Киев в 90-е годы, в начале 90-х, на одной станции продают хрусталь, на другой станции мягкую игрушку, на третьей эмалированную посуду. В общем, выживали кто как может. А что оставалось делать местному руководству, которые руководили городом? Денег нету, а жить как-то надо, и начали искать выход из создавшегося положения. Вышел в свет очередной номер Мелитопольского курьера, приложение к газете «Новый день». На первой странице продолжается знакомство читателей со службами исполкома. На второй странице опубликован график приема граждан руководством горисполкома, где указаны дни, часы и место приема. И возвратимся на первую страницу, где опубликован отчет о планерке, на которой Анатолий Мангул подчеркнул необходимость повысить ответственность руководителей, причем в первую очередь ответственность начальников служб и отделов горисполкома. Большое внимание было уделено финансовым вопросам. Планируется в частности создать систему, которая обеспечит регулярное поступление средств в городской бюджет. И, кстати говоря, вопрос о платежах в городской бюджет стоит очень остро. Предприятия города задолжали огромные суммы, и в связи с этим на последнем заседании исполкома было принято довольно жесткое решение. В случае неуплаты долгов действовать через суд. Как в таком случае поступят предприятия? С этим вопросом мы обратились к председателю совета директоров Виктору Шабанову. Вопрос платежей в бюджет сегодня является насущным вопросом. Действительно, большинство предприятий города задолжали платежами в бюджет и, конечно, поставили в затруднительное положение многие предприятия города. Поэтому вопрос, рассмотренный на исполкоме, он своевременный, может даже с небольшим опозданием. Здесь сложились большие трудности, потому что ряд предприятий города, это автозазовцы, в течение 9 месяцев этого года были освобождены от платежей в бюджет, чем создали такую критическую ситуацию. Это учитывая, что это самые крупные предприятия города? Да, большая доля платежей в бюджет зависела от этих предприятий. Сегодня этот вопрос поправляется, и руководство объединения «АвтоЗАЗ», и предприятия убеждены в том, что нужно все долги погасить бюджету, и уже сделаны первые шаги платы в бюджет. Директора этих предприятий, директора остальных предприятий города, кто имеет задолженность перед бюджетом, дали обет исполкому, что до конца года все долги платежей в бюджет будут погашены 100%. Сейчас такая работа руководителями предприятий проводится более предметно, целенаправленно. Будем стараться. Виктор Александрович, но если раньше у предприятий
Скажем так, ведь долги возникли не просто потому, что предприятия не хотели платить. Не хватало средств. Сейчас они, допустим, найдут к концу года деньги и рассчитаются с бюджетом. Как это отразится на их экономическом положении? Трудности есть, большие трудности. И выполнить это обещание тоже будет очень трудно. Но нужно сказать, что в какой-то степени в третьем, вот в начале четвертого квартала реализация продукции как-то оживилась. То есть те запасы, созданные нереализованной продукцией на заводах, они пошли в продажу живее, поэтому денег больше у предприятий появилось в обороте. Вот только надежда на то, что до конца года удастся максимально реализовать продукцию, таким образом выйти из создавшегося трудного положения. И в этой ситуации общество начало расслаиваться. Мы уже неоднократно встречались с руководителем лаборатории социологических исследований Виктором Чигриным, особенно во время выборов в Верховный Совет и местные органы власти. Тогда социологи давали свои оценки и прогнозы о том, как будут развиваться события. И надо сказать, что их прогнозы практически полностью оправдались. Но этим, естественно, деятельность лаборатории не ограничивается. Социологи постоянно изучают проблемы, которые волнуют всех нас. И сегодня мы еще раз встретились с Виктором Чигриным. Я должен сказать, что несмотря на то, что закончились баталии предвыборные, закончилось лето, казалось бы, оно должно было быть для нас очень и очень жарким. И тем не менее, осень для социологов, собственно, тоже достаточно жаркое время года. Сейчас мы занимаемся тем, что проводим зондаж общественного мнения и проводим изучение таких проблем, как социально-экономическое, материальное положение наших соотечественников. Ну, прежде всего, конечно, наших горожан и мелитопольцев. Для чего мы это делаем? Вы можете задать вопрос. Я чувствую его в ваших глазах, Игорь. Мы это делаем для того, чтобы иметь возможность считать динамику изменения материального положения. Вот я должен сказать, что передо мной лежат данные за 1993 год, за зиму 1994, за лето 1994. И вот сейчас самые последние данные. Вы знаете, и по этим данным я скажу, что происходят очень интересные вещи у нас с материальным положением наших горожан. Есть четыре таких группы основных по материальному положению. Первая группа – это те, которые ни в чем себе абсолютно не отказывают. Вторая группа – это у которых доходов хватает, но лишних денег нет. Третья группа – это тем, кому трудновато дожить до зарплаты. И четвертая группа – это люди, у которых катастрофическое материальное положение. И вот что самое интересное. Самое интересное, что по сравнению с 1993 годом, по сравнению с зимой этого года, увеличился процент людей, которые находятся по разные стороны вот этой самой материальной лестницы. Это люди, которые ни в чем себе не отказывают, увеличилось примерно в два раза. И практически в два раза увеличилось количество людей, у которых катастрофическое материальное положение. А которых больше? Ну, естественно, последних больше. Те, которые ни в чем себе не отказывают, это примерно 2,2%, ну, примерно 2-3% наших горожан. Это какая категория горожан в основном? По возрасту это достаточно молодые люди, я имею в виду молодые где-то от 30 до 40-45 лет. По своему социальному положению это в значительной мере это люди, которые называют себя коммерсантами, предпринимателями, в значительной мере. Это вы говорите о тех, кто себе ни в чем не отказывает? О тех, которые себе ни в чем не отказывают, безусловно. А те, кто находится в катастрофическом материальном положении? В первую очередь это пенсионеры, студенты, учащиеся. Есть и такие люди, это многодетные семьи. Даже если это люди, которые неплохо, в общем-то, муж зарабатывает, то дети, семья, они съедают буквально весь бюджет. И вот здесь, на сегодняшний день, когда мы просматривали бюджет, практически, если верить самим горожанам, мы не считали это специально, скажем, по количеству продуктов, но если верить самим горожанам, то на питание уходит практически 75%
всего семейного бюджета. Так что многодетные семьи тоже находятся в достаточно сложном материальном положении. Вот примерно все, что я мог в это небольшое время рассказать о нашей сегодняшней работе. И последний вопрос, Виктор Александрович. Данные, безусловно, интересные, нужные, но кто ими воспользуется? Я думаю, что если мы с вами вспомним предвыборную программу нашего президента и предвыборную программу блока «Мелитополь-94», то целый ряд вопросов, которые мы сегодня изучаем и исследуем, мы, безусловно, предложим и нашему исполкому, и предложим, наверное, Верховному Совету с комиссиями, которого мы в свое время очень и очень неплохо сотрудничали. Депутаты проявляют интерес, наши городские депутаты, интерес к вашим исследованиям, к этим данным? Да, вы знаете, через своих помощников они уже зондировали вопрос о том, каким образом можно пользоваться данными мелитопольских социологов. Итак, очень бедных и очень богатых становится все больше и больше. Приближался праздник освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Памятная дата – 50 лет. Приближается 50-летие освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня в исполкоме под руководством Станислава Маньковского и Виктора Довгова состоялось совещание с руководителями служб города, отделов исполкома и представителей горвоенкомата по организации празднования этой даты в Мелитополе. А тем временем людям, угнанным в годы войны в Германию, так называемым остарбайтерам, немцы шлют гуманитарную помощь, рассказывают руководители общества «Мемориал», корреспондент газеты «Новый день» Валерий Тимофеев и доцент пединститута Семен Воловник. Эта помощь поступила в Мелитополь из города Верден, Германии. Пришла она еще в августе месяце. Но, к сожалению, так как общество «Мемориал» впервые занимается подобного рода деятельностью выдачи гуманитарной помощи, то, естественно, возникла целая масса всевозможных проблем, с которыми мы никогда не сталкивались. И вот много времени ушло для того, чтобы их разрешить. Во-первых, когда у нас были предварительные переговоры, мы вели с немецкой стороной, речь вообще не шла о такой категории, которой помощь вот пришла, остарбайтеры. Поначалу мы речь вели только о жертвах политических репрессий и приготовили список на 3 человека. Когда в августе приехали немцы, это в основном общество тоже такого примерно профиля, как наше, да? Общество по изучению истории родного края называется оно. Да, то оказалось, что они привезли нам где-то порядка 3 тонн общей, так сказать, массы груза всевозможного, в том числе продукты питания и одежда, бывшая уже в употреблении. Поэтому перед нами стояла задача определить, кому это все раздать. Значит, немцы говорили, что вы попытаетесь выявить наиболее нуждающихся и им распределите. Но потом мы пошли по такому пути. Значит, нам предоставили для остарбайтеров, для узников концлагерей, нам предоставили списки городской отдел социальной защиты граждан. И вот получилось сейчас уже по этим спискам 850 человек. Люди добавляются, появляются, буквально сегодня были такие случаи, когда приходили, ни в одном их списке нет, то есть мы не имеем права даже выдавать эту помощь. Чуть больше мы подготовили такие вот наборы продуктовые для малолетних, то есть тех, кому не было на момент угона в Германии, не было 16 лет. Поэтому продуктовые им наборы эти чуть больше будут по сравнению с тем, что будут получать остальные люди. Первоначально нам хотелось распределить ее как можно более справедливо. И мы попытались учесть все, что только можно. И нынешнее положение людей, разное материальное положение, и одинокий человек или в семье, инвалид или здоров. Кроме того, мы хотели учесть то, что ущерб, который человек понес в Германии. То есть одни были в концлагерях, другие работали у хозяина, третьи на шахте. И тоже по-разному они потерпели. Но потом, в конце концов, оказалось, что учесть все никак невозможно. И это попытки сделать такую справедливость родит еще большую несправедливость. Люди будут обижены. Поэтому решали, конечно, не мы вдвоем с Валерием Михайловичем, решала комиссия. Комиссия пришла к выводу, что можно выделить четко людей, которых не было, которым не было 16 лет при угоне в Германию, вот, а всем остальным попытаться разделить на равную сумму выдать. Вот это была трудность. Остальные были технические трудности. Нам нужно было, чтобы все продукты прошли экспертизу, нам нужно было искать место, где бы продукты хранились, и остальные вещи тоже, это большое, объемное все. Мы возили их со склада на склад. Нужно было обеспечить сохранность всего этого. Трудностей технических было много, но вот они, в общем, сейчас позади. Сейчас продукты после распределения, начнется распределение одежды. И здесь будут тоже большие трудности, поскольку одежда не только ношеная, она еще и очень разная.
и трудно ее распределить по справедливости поровну. Мы попытаемся вместе с работниками магазина оценить ее тоже, и тоже, чтобы примерно на равную сумму людям досталось. Не только материально пытались помочь молодому государству зарубежные специалисты. Они делились также и своим опытом. В Мелитополе открылся филиал Украинско-финского института менеджмента. Головной институт, организованный в 1992 году, находится в Киеве. В этом институте идет подготовка специалистов по 9 специальностям. Литопольский филиал будет обучать пока по 3. Финансы и кредит, банки и страховое дело, менеджмент непроизводственной сферы и менеджмент внешнеэкономической деятельности предприятия. В институт принимаются выпускники средних школ, их срок обучения 4,5 года, среднеспециальных учебных заведений на очную и очно-заочную форму обучения 3 года и с высшим образованием обучение до 14 месяцев. Стоимость обучения в среднем в переводе на доллары США от 400 до 1000 в год. Филиал возглавляет Анатолий Дергань, который в свое время закончил Киевский государственный университет, 6 лет был ректором Бердянского пединститута, затем 2 года возглавлял коммерческий банк. Анатолий Дергань – экономист, профессор, академик Академии предпринимательства и менеджмента Украины. Мы выдаем наш государственный диплом, нашего государства, потому что институт лицензирован, имеет право выдавать такие дипломы. А к этому диплому будем выдавать сертификаты, которые действительно имеют вес за границей, как это практикуется за границей. Сертификат может быть аккредитован в одной стране, в двух или в нескольких, или, скажем, в регионе стран англоязычных. Вот тут мы будем договариваться, то ли это немецкоязычные страны, германоязычные, то ли это англоязычные страны. Значит, вот здесь мы будем и смотреть, куда интересы распространяются наших студентов, будущих работников, и как они устраивают наших партнеров. А вот сами дипломы, почему я говорю, мы будем так строить обучение, чтобы студент максимально участь работал. Со второго и с третьего курса в обязательном порядке наш студент будет вести свое дело. Бизнес. Пусть это будет производственная, непроизводственная сфера, коммерция. Будем давать ему кредит. Не контролировать, а помогать. Так составлять учебную программу, чего до сих пор нет ни в одной программе практически у нас в Союзе бывшем. Значит, нет такого, чтобы программа шла в русле с работой. Вот она, живая работа, и не абстрактные схемы рассматриваются на лекциях, на занятиях, а конкретное дело, такая конкретная ситуация. Преподаватель должен найти выход, если студент не может найти выхода с этой ситуации. И вот это нам поможет, как раз будет способствовать тому, что наши выпускники не будут искать по окончанию работы. Остается только добавить, что филиал института расположен в здании техникума гидромелиорации на проспекте Богдана Хмельницкого. Молодой Украине в то время разорялись не только предприятия. Разруха коснулась и армии. Солдат нечем было кормить, их отправляли в отпуска для того, чтоб дома их откормили. Расформировали счастье. Отправлялись в отставку молодые офицеры. Что им оставалось делать в этой жизни? Мелитопольцы уже знают, что в нашем городе открыли свои филиалы международные институты, которые будут готовить своих студентов к работе в рыночных новых условиях. И вот один из институтов открыл в Мелитополе высшие курсы для переподготовки офицеров, ушедших или уходящих в запас. С подробностями наш корреспондент Ирина Карпина. 13 октября в Доме офицеров прошла презентация высших курсов Славянского международного института бизнеса и права. На Украине таких региональных центров 12, и располагаются они в Одессе, Харькове, Симферополе, Луцке и Евпатории. Сегодня в Мелитополе открылись высшие курсы по переподготовке военнослужащих. Созданы они были по инициативе военных, и огромную помощь в открытии курсов оказал ректор головного института Федор Поддубный. О цели создания этих курсов рассказывает проректор института профессор Алексей Хворостянов. Так, цель создания курсов переподготовки военнослужащих, ее цель в следующем.
При кабинете министра Украины обсуждался вопрос об усилении социальной защиты военнослужащих. Присутствовал там наш ректор Федор Иванович Поддубный и комитет социальной защиты военнослужащих, во главе которого стоит Мартиросян, генерал, вот поручил переподготовку военнослужащих нашему институту. Федор Иванович Поддубный дал согласие. Вот, и комитет обещал, что выделит средства для проведения этой переподготовки. Но до сегодняшнего дня никаких средств не выделено. И переподготовка эта ведется за счет средств института, которые выделил Федор Иванович Поддубный. Деньги были предназначены на строительство учебного корпуса, но он отдал их для переподготовки военнослужащих с тем, чтобы они, выйдя на гражданскую жизнь, могли плодотворно трудиться и работать, используя уже накопленные знания, опыт, и получив знания на этих курсах, они могли иметь специальность, а мы даем специальности рыночной экономики. Значит, а какая стоимость обучения? Институт у нас платный, обучаются у нас студенты 3 года. За год обучение стоит $600. Но есть такая категория, которые учатся у нас бесплатно. К этой категории относятся военнослужащие. Они за обучение не платят ни одной копейки. Все расходы несет Федор Иванович Поддубный. Инициатором открытия этих курсов у нас в городе выступил Виктор Скрипник. Значит, я являюсь слушателем Международного института управления бизнеса и права и его филиале в городе Харькове. Значит, у нас начали занятия в июне месяце этого года. Побывав на этих курсах и пройдя первичный курс обучения, значит, пришла идея создать такие же курсы в городе Мелитополе. На сегодняшний день мы набрали на эти курсы 180 офицеров. Сейчас уже начались с ними занятия. И ровно через год будут выпущены специалисты по следующим специальностям. Менеджер, организатор производства, маркетинг-директор, специалист по рынку и ценам, юрист-менеджер, менеджер по банковской финансовой деятельности, менеджер-эколог и фермер-менеджер. Вот мнение одного из слушателей высших курсов полковника Павлюка, заместителя командира авиационной группы по воспитательной работе. Если мы, в частности, будем конкретно коснемся нашего военного гарнизона, конечно, приятно, что администрация, или даже точнее сказать, руководство этого института пошло навстречу военнослужащим и открыло в нашем гарнизоне. Почему? Сейчас очень такая обстановка в связи с сокращением вооруженных сил, и в частности в Украине, где принято сократить резко численность вооруженных сил, молодые офицеры, полные сил, энергии, способностей, особенно организаторских, могут оказаться не у дел. И вдруг такой институт предложил свои, так сказать, услуги. Мы, конечно, с радостью пошли на это. И при нашем центральном центре культуры организованы эти курсы. Отставным офицерам как-то пытались помочь. А в самой армии участились случаи дезертирства. 30 сентября совместными действиями линейного и дорожного отделов милиции был задержан сбежавший с оружием военнослужащий одной из воинских частей. Рассказывает заместитель начальника линейного отдела милиции станции Мелитополь, руководитель группы захвата, майор Евгений Рыжов. По приезду, значит, на станцию Обильная от электромеханика, который видел подозреваемого, поступило сообщение о том, что последний проник пост ЭЦ, здесь приборы ПАНАП, откуда похитил его красную сумку с продуктами питания. Значит, описал приметы преступника. Значит, во взаимодействии с дорожным отделом милиции были ориентированы проезжавшие гражданские лица на машине. И началось рассредоточение личного состава и блокирование района возможного нахождения преступника. Значит, электромеханик заявил, что преступник, когда он его пытался догнать после совершения кражи с поста ЭЦ, угрожал ему автоматом и пытался вынуть автомат из мешка. Поскольку он длительное время ранее нес
службу в рядах советской армии, поэтому категорически настаивал на том, что это был именно автомат. От одного из гражданских водителей поступает сообщение, что лицо, похожее по приметам на подозреваемое, движется в сторону от станции Обильная по полю в сторону трассы Москва-Симферополь. Значит, данный район был блокирован, и на одном из полей колхоза было Колос был обнаружен преступник. Его, значит, взяли в кольцо несколькими машинами. Когда начали подъезжать к нему ближе, рассредотачиваться с тем, чтобы взять в кольцо, преступник начал дергаться за мешок, пытаться его развязать. Я вступил с ним в переговоры, значит, убеждая бросить мешок. Однако мешок последний не бросал, а пытался его развязать. Зная о том, по случаю, поскольку там автомат, дабы предотвратить кровопролитие, мной было предложено преступнику просто начать переговоры. Потому что я прекрасно понимал, если начнутся выстрелы, если начнем окружать, то горе не избежать, человек находится в сильной степени волнения. Когда я, значит, вступил с ним в переговоры, переговоры длились порядка 15-20 минут, пытался его убедить о том, что здесь бессмысленно, что район блокирован, что у него точно так же есть семья, что у него есть мать, что в конце концов матери будет стыдно за сына, что эти жертвы уже никому не нужны. В беседе он мне сообщил, что никакого преступления, кроме ухода самовольного счастья вместе с оружием, он не совершал. Пришли мы к нему к единому мнению с тем, чтобы я, спрятав пистолет, показал, что пистолета у меня нет, попросил разрешения у него подойти к нему с целью дальнейшей беседы. На что он дал согласие. Когда я подошел, значит, начали дальше разговаривать с ним. Сказал, откуда ты? Он представился, что он бывший военнослужащий одной из воинских частей Крыма, что у него действительно автомат, который он взял после того, как сменился с поста. Никакого сопротивления он не оказывал, добровольно потом выдал автомат. Ну, все, что вкратце можно сказать по данному факту. Этот сюжет подготовил Юрий Николаев. Октябрь 1994 года. Родители хоть как-то пытаются заработать на кусок хлеба. Но с детьми, к сожалению, никто не занимается. Только в Мелитопольском районе за 5 лет погибло 8 детей, 65 получили травмы. В 93 году пострадало 10 детей, и трое из них погибли. А за 9 месяцев этого года погибло уже 5 детей. Рост детского травматизма составил 85%, и тем более важна пропаганда знаний правил поведения на дороге среди детей. 13 октября в селе Вознесенки кукольный театр «Алые паруса» Дворца культуры имени Шевченко для учеников младших классов местных школ показал спектакль, который знакомит зрителей с правилами дорожного движения. А мы беседуем с государственным автоинспектором Мелитопольского РОВД, ответственным за агитацию и пропаганду, Романом Дудли. Роман, как часто проводятся подобные спектакли для школьников? Такие спектакли проводятся практически раз в неделю. Мы сейчас будем проводить по всем школам Мелитопольского района. Такие мероприятия. Это для детей первых, четвертых где-то классов. Эти мероприятия проводятся в целях предупреждения дорожно-детского, дорожно-транспортного травматизма. Вы как инспектор ГАИ, чувствуется польза от подобных мероприятий? Да, польза чувствуется, потому что дети хоть мало-малость, но будут знать правила дорожного движения, так как в школе специалистов практически отсутствует. Мы что можем, то делаем по этому поводу. Вот в данном случае спектакль, насколько я знаю, проводит коллектив из ДК Шевченко. С кем вы еще сотрудничаете вот в этом плане? В этом плане? Ну, пока практически только с ними. Есть какие-то планы на будущее? Да, мы будем теперь, скоро, на следующий четверг, наверное, будем проводить в Терпение, потом по всем школам, ну, будем по районам будем ездить, проводить эти спектакли для детей, чтобы маломальские они тоже знали правила эти движения, то, что, я же говорю, специалистов нету, мы это сами выступаем перед ними постоянно, ездим по школам. Сегодняшний выпуск подошел к завершению. Берегите себя и своих детей. Всего вам доброго. До свидания.